В легендах всех основных культур присутствует персонаж, цель которого — выполнять желания. Только не в Америке. У арабов — джинны, у ирландцев — лепреконы, у китайцев — драконы и обезьяны, у европейцев — феи и лесные духи. А кто у нас? Санта-Клаус? Санта-Клаус только дарит подарки. Ошибаетесь. Простите. В Америке есть тот, кто исполняет желания. Но только по одному на клиента. О.Г. Грант. Обычно его так зовут. Хотя может представиться и по-другому. Но негодяй просто неуловим. Легче найти джина. Тогда почему мы не знаем про О.Г. Гранта? Потому что Америка куда моложе Ирландии или Аравии. Пока мало кто имел шанс его повстречать. Понял. Вы его встречали? Да. На автостраде номер 60. Кстати, это его стиль. Он сам решает, кому встретиться. Он возникает совершенно случайно, и вы не знаете, кто он и что он, пока он не выполнит ваши желания. Но иногда, если понравитесь, он играет по-честному. Говорят, его папа был лепреконом, приехал сюда из Ирландии. Автострада 60? Да. Красный галстук бабочка, а еще трубка в форме головы обезьяны. Важно. Говорят, случайности не бывает. Мне как раз нужен новый велосипед. Но мне-то точно такое не нужно, тем более сегодня. Именно сегодня. Как же я хочу, чтобы этого не случилось. Не случилось. Это ваше желание? Вы желаете, чтобы этого не случилось? Еще как желаю. Как пожелаете, мистер Бейкер. Откуда вы меня знаете?